Куда смотреть? На тебя? Но он Маня задает вопрос на Маню. Давай. Погнали. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Кого бы ты завела, если бы у тебя был большой дом? Кошку или рыжего из Иванушек? Кошку. Почему? А я люблю кошек. Отлично. Но не любишь рыжего из Иванушек? Нет, не люблю Иванушек. У тебя есть шанс добавить один любой закон в Конституцию. Быстро сформулируй его. Отлично. Не могу. Отличный закон. Если в мире исчезнут все цветы, что дарить на 8 марта? Конфеты. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает тебе предложение. Твои действия? А я ему откажу. Почему? Он мне не нравится. Какую роль ты бы хотела исполнить в кино? Какой-нибудь крестьянки. Отличный выбор. Закрывать или не закрывать лицо ребенка смайликом в Инстаграм? Может, лучше вообще не выставлять ребенка тогда. А если выставляешь, то не закрывать. Муж оставил рядом с тобой телефон с открытой страничкой ВКонтакте. Твои действия? Проигнорирую. Я не буду проверять. Какие у нас идеальные женщины работают. Тебе предлагают 500 тысяч рублей. Нужно провести месяц без телефона и интернета. Справишься? Да. Назови 5 российских футбольных клубов. Спартак, Динамо, Зенит. Еще 2? Больше не знаю. Пойдет, хватит. Какую рыбу запрещено ловить без специального разрешения в Ненецком округе? Семгу. У этого вопроса есть правильный ответ. Любую рыбу нельзя ловить без специального разрешения. Но ты молодец. Аплодисменты. Все, да? Подожди, сфоткай мне быстренько.